KFC вполне вкусное, кстати. Правда, разное попадается. Один раз взял курицу, прям большая, сочная. Второй взял поменьше. Как повезет. Но здесь вкуснее, чем в Москве. Летуаль.
кафе закрыто. Сбербанк. Раз 31 американо 32,5 рубля. Капучино 38,5 рублей. Вот это цены. Блины. Thank you.
Красота. Пойти посмотреть, что там раскопали. Трубы меняют. Уже закопали, уже заасфальтировали. Ну как быстро все. А можно мне такого звука, которого мне можно? Батарея сейчас разрядится и выключится, по всей видимости. Металл. С толстым покрытием. Пластика или керамики. Канализация, скорее всего. Весеннее. Кофе, мороженое. Хорошо гуляется. Погода отличная. За 3 недели. 4-й день хорошей погоды за 3 недели. Ну все лето наступило, можно считать. Музей. Так ни разу сюда и не попал. Зато был музей на Красной Горке. Про шахтеров. Причин, почему я хочу посетить Мариинск. Город-музей. Деревянного зодчества, здание в стиле сибирского барокко. Видеть дом, где основался последний российский император. Что? Мариинский? Николай II? А, останавливался. А что, он здесь был, что ли? Так. Мартинских купцах, Береста, Золотой лихорадки. Как интересно. Ничего не понимаю. Там было, что ли, это все? Я думал, там зона для тех, кто лесоповалом занимается. Еще я знаю, там есть небольшие прииски золотые. Ну и еще там добывают гравий для местных нужд. А, еще у вас один спиртовый, а второй ликероводочный завод. Да. В центре интересно. Всегда интересно, когда хорошая погода. Хочу прокатиться на как называется, американские горки. Во. А в Америке называются русские горки. Правда, маленькие они здесь. В Новосибирске побольше были. А, за 70-80 рублей, я думаю, вполне хорош. Элита. Трикотаж. Трусы.
Шарфы, зонты, платки, перчатки. Музыкальный театр Кузбасса. Тоже ни разу здесь не был. Ну, в принципе, и все. Площадь Совета. Пойдемте посмотрим, как люди живут здесь, в центре. Я ни разу тоже здесь не был. В Москве тоже много таких вот мест. Гуляешь, там Тверская, или там Чистые пруды, красотища. Плитку меняют два раза в год. Зимнюю на летнюю, летнюю на зимнюю. Вот. И там люди живут. Собственно, так же, как и здесь. Все так же чистенько, аккуратненько. Плитку не меняют, конечно, по два раза. Здесь обычный асфальт. Что, нормально все. Дома, кстати, такие же. Старенькие. С высокими потолками. Перекрытия деревянные, может. Бетонные уж, не знаю. Я думаю, такие есть старые дома. Гаражи, погреба. Красотища. Это вам не Южный, и не Кировский. Конечно, в центре лучше, однозначно. Так, ну это административная главпочтамта, а это жилое. На первом этаже, естественно, магазин, дальше второй, третий, четвертый. Живу, нормально, все отлично. Отлично. Газ. Красота. Интересно, сколько здесь квартиры, надо посмотреть, сколько стоит. Собственно, скорее всего, где-то в два раза дороже, где в сравнении с закоулками, где-нибудь на Южном. Сколько на Южном? Миллион, 1 200 000. Вот здесь будет 2 000 000 стоить однушка. Так, сквозного прохода через двор нет. Дом, там тупик. Проверим. Как говорится, везде, где нарисован кирпич, туда надо обязательно зайти. Сейчас проверим. О, граффити. Так, батарейка, все. Ладно, пока не вырубился, ходим. Какая красивая красота. Так. Все. Уж хорошее место, блин. Старенький намазок, то, блин, тишина. И в самом центре. Люди живут, все отлично. Очень обычные, кстати. Вроде даже обычные люди живут. Я думаю, эти дома не в моде, потому что у них под них ипотеку-то, наверное, не дадут. Люди чаще всего в ипотеку покупают. Это и выгодно на самом деле. Если есть возможность взять ипотеку в Сбере под 8-10%, то выгодно брать. Инфляция больше. Потому что стоимость... Сирень. Офигеть. Сирень. Обожаю. Ранетки, сирень. Что там еще? Черемуха. Блин. Да, если есть возможность взять ипотеку,
лучше взять ипотеку и длительную, лет на 10. Все равно рубль обесценивается быстрее. На срок 10 лет вот точно обесценивается быстрее. Так, не обманули, там тупик. Это что, детский садик? Квесты в реальности. Что это такое? Реалити квест. России по Кемеровской области. Что это? Отдел адресно-справочной работы. Прием граждан. Салон штор. В общем, красотища. Вот 50 лет октября. Так, ну ладно. Хватит гулять, уже стемнело почти. Центр. Будний день, среда. Люди гуляют, людей немного. Погода отличная. Жарко. Лето наступило. Деревья распустились, трава зеленая. Картошку все уже посадили. Наверное. Вот так вот. Все.